Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжаю вас знакомить с полезными и интересными сервисами. В этот раз хочу вам рассказать о таком интересном сервисе, как временный e-mail. Ссылочки на два таких я оставлю под видео. С этим сервисом вы можете забыть о таких проблемах, как спам, рекламная рассылка, взломы почты, атаки роботов. Этот сервис временной почты, отсутствие обязательств, рисков. С ним вы можете спокойно регистрироваться на сомнительных сайтах всевозможных, на различных форумах, не указывая свой настоящий e-mail адрес. В общем, там, где вы хотите сохранить анонимность, этот сервис окажет вам неоценимую помощь. Чтобы взять этот e-mail, достаточно просто перейти на страницу сервиса, и он перед вами. Давайте это и сделаем. Вот берем и переходим, к примеру, на первый сервис. 10-минутный mail.com. Вот он перед вами. Вы на него перешли, и сразу вот ссылочка уже выделенная. Просто ее вот копируете, эту почту, и вставляете туда, куда вам надо. Если 10 минут вам будет мало, можете вот сюда кликнуть еще, дайте еще 10 минут. То есть вам добавят к этой ссылочке еще 10 минут, чтобы она была действительная. Буквально через 10-20 минут она будет удалена. Это первый сервис. И второй похожий сервис temp.mail.ru. Точно так же вы на него перешли, и вот вам пишут ваш временный e-mail адрес. Вот он, видите? Вы его просто копируете и вставляете туда, куда вам надо. Temp.mail.ru 2 часа дает на то, чтобы он был действительный. Если вам и 2 часов будет мало, значит, вот можете сюда кликнуть, добавить дополнительно 60 минут. И вам еще 60 минут добавят. Надеюсь, эта информация будет вам полезна. До новых встреч с новыми интересными сервисами. Всего вам хорошего.